эфире самый быстрый вид спорта. Где выступают лишь лучшие из лучших. Крылья бы обломать. Впервые за все годы чемпионата у нас самолет-кукурузник. Да просто смертник. Дасти, тебе соревноваться с самыми быстрыми самолетами. Я боюсь высоты. Он у вас что, с кабиной не дружит? Да. Главное не как быстро ты летаешь, а как ты летаешь быстро. Ты можешь подняться гораздо выше, чем думаешь. Ракета! Он готов. Надо же, кто прилетел. Мордасти. Дасти, Дасти Полейполе. Огородник. О, вы бульдог. Как зовут? Зови меня просто Ишани. Я Эль-Чупакабра. Сколько всего ждет нас вместе. И смех, и слезы, и танцы. Я-ху! Правда, не друг с другом. Ни на что не отвлекайся. Она словно луч света для летящего в темноте. О, как свежее фосфорное удобрение для гибнущей свеклы. Комплименты это не твою. Позволь сказать танкер, тимолой авиации. Но ты же тачка. У Амиго раздвоение личности. Тебе конец, это говорю я. Рик Шлингер! Дыши в мой пыльный хвост. Ты посрамлен. Нью-Йорк принимает. Поналетели тут с ферм. Это Дасти Полейполе. Я попал под грозу. Теряю высоту. История верности и дружбе. Как у собак. Нет здесь никаких собак. Ну а бульдог? Пошел! Гадость какая! Мэрвейл! По курсу замок! Уходи вправо! Ты мой спаситель. Ты что, плачешь? Англичане не плачут.